Анна Хилькевич станет мамой во второй раз. Актриса рассказала, что корит себя за ошибки в воспитании дочери Арианы, сообщает журнал «Окей». По словам артистки, она придерживалась неправильных методов воспитания. Актриса старается развивать в ребенке личность и не унижать ее. Но этого иногда недостаточно. Сейчас Ариана занимается гимнастикой и изучает английский язык, а также ходит на плавание. Советы: пусть ребенок до 3 лет делает, что хочет, принимала из книг в буквальном смысле слова, отметила актриса. Она осознала, что нельзя полностью принимать советы из современных книг. Как утверждает знаменитость, она не согласна с некоторыми статьями по воспитанию детей. Актрисе не пригодились знания из курса для будущих мам. По словам Хилькевич, сейчас она ждет появления второго ребенка, надеется применить свой опыт и знания.